Так, друзья мои, мы с Дамирчиком бежим сейчас. Протру вас. Чтобы вы были чистые, видели, как у нас тут зелено и красиво. Вот, значит, мы бежим с Дамирчиком сейчас в сторону Реми. Ну, сколько мы тут уже опаздываем? Надо за 10 минут добежать. Ну, не за 10, за 14 минут нам надо доскакать туда. У меня, значит, смотрите, какая беда. Я только рассказывала, как у меня клатч прекрасно держится. А вот, вот тут вот отвалилось. Вот это вот замочек мой отвалился. Все. Все, нет его. Куда он отвалил? Тут какой-то дом странный, какой-то непонятный. И тут то ли люди в нем живут, что-то какое-то непонятное здание. Оно как будто недостроенное. Но судя по тому, что там развешивают белье регулярно, я вижу, что то из окон кто-то. Да блин. Я не могу. А, как бы ее так взять, эту сумку, чтобы она с меня так не слазилась под мышки. Но без нее никак. У меня там вещи первой необходимости. То, что мне вот конкретненько надо, вот в данный момент прям. Расскажи. Смотрите, это вещь посоль. Ага, вот еще один. У нее был ребенок. Да, Дамир Владимирович лечит бесплодие. Лечит бесплодие. Он говорит, что если женщина съест фасоль, то это самое, у нее будет ребенок. Знаете, откуда это повелось? А я сейчас расскажу. А нам надо в темпе, в ритме вальса. Значит, почему он так говорит? Потому что когда он был у меня еще в животике, я сказала ему, ну сейчас сказала ему, что когда он был у меня в животике, он мне напомнил фасолинку маленькую. Вот, когда, знаете, уже когда уже появляется сердечко на той неделе, когда, то есть сердце есть уже у ребеночка, оно уже там стучит. Вот он мне напомнил размерами и формой маленькую прекрасную фасолинку. Вот. И я, значит, он у меня спрашивал это самое, как, чего, интересовался этой темой, вот детей и так далее. И я ему вот рассказала, что он мне напомнил маленькую фасолинку, когда был еще в животике, вот. Так что вот Дамир Владимирович говорит, что если есть фасоль, то можно забеременеть. Так что вот так вот берем лайфхак, берем этот метод на заметку. А вдруг, а мало ли, я же говорю, лечим бесплодие. Ой, спасибо всем большое, кто ставит мне дизлайки. Это, вы знаете, это даже гораздо ценнее в какой-то степени, чем те люди, которые ставят мне лайки. А знаете, почему я так говорю? А потому что люди, которые ставят мне лайки, они когда меня смотрят, они получают удовольствие. Я им нравлюсь. Они как бы в благодарочку мне ставят лайки. А люди, которые мне ставят дизлайки, еще и, не дай бог, лаганые комменты пишут. Вот. Представьте, эти люди меня не любят, а столько времени на меня потратили. Вот это да. Вот это да. Как бы не любить так человека и тратить на него столько времени. Это ж надо. А я больше лайки люблю. Лайки больше любишь. Вот, вот такие вот. Вот такие пирожульки. Так, давай мы вот тут встанем, я, пожалуй, сброшу с себя небольшую часть этих сумок или что, я не знаю. Или не надо, не надо, не буду. А если вот так? О, нормально. У меня просто уже рука болит зажимать у себя под мышкой собственную сумку. Мне-то надо и телефон держать, получается, и ребенка за руку держать надо. Вот, я вот иду с ней. Знаете, я кота барыня зажала под мышкой свою сумеху и иду такая деловая. Ой, господи. Я знаю, как зовут, но я не мобильщика. Да, расскажи. Расскажи. Надо петь половинку копеечку. Рассказал, нет? Рассказал или нет? Не слышу машины. На бульдозе в трубе еще пушка. Это с краном. Вот как его пить. Ну, понятно. В общем, мы продолжаем дальше свое путешествие. Дальше идем.
Вот тут у нас вечная лужа невысыхающая. Машины носятся как дикие. Честно говоря, вот там вот, если вы посмотрите, там находится магазин со строительными материалами, там такой заборчик. И вот когда мы первый раз с Дамиром пошли на море, я устала как собака. Мне казалось, что и магазин этот находится очень далеко от нашего дома, честно говоря. А как оказалось, ну это не так. Как оказалось, это не так. Я иду сейчас по улице, где, наверное, меня... А? Я уже иду сейчас по улице, на которой меня, скорее всего, считают местной сумасшедшей, которая постоянно разговаривает с собственным телефоном. Что, Дамир? Я. Дамирчик, пошли давай. Грязь пусть отваливается и высыхает. И я сейчас не шучу. Я, конечно, каждый наш выход на улицу, абсолютно каждый наш выход, ну вот наши топулики, абсолютно каждый наш выход на улицу я мою обувь, обязательно мою, чищу обувь. Вот. И, знаете, здесь просто невозможно, прям здесь постоянно грязище. Здесь мало где положен асфальт и очень-очень-очень много грязи. Очень много грязи в городе. По частному сектору это просто ты идешь и говновозишь. Да? По частному сектору ты прям вот идешь и говновозишь обязательно. А это самое... Да и по городу тоже хватает, хватает местов. Ну вот что это такое? Ну вот что это? Грязь? Даже несмотря на то, что есть асфальт, все равно грязь. Очень много грязи, лужи. Это самое. Дело не в том, что постоянно дожди. Дело в том, что вот такой классный асфальт, а где-то его вообще нет, этого асфальта. Вот. Блин, так печет губы, что у меня такое ощущение, как будто я их, знаете, подколола, наколола, как вот эти вот барышни. С губёхами своими. А даже вот разговариваю. У меня вот эти ямочки на губах. Да, Мирусич? Что да? Ну ничего, просто. Просто, просто так, да, Мирчик? Ну давай будет да. Вот этот куст, который я фотографировала, он уже так, уже... Пожухле листечко на ньому, квіточки, вот, пожухле. Что хотела, значит, я что хотела.